В чемпионате Южного федерального округа по тяжелой атлетике, который завершился в Ростове-на-Дону, приняли участие трое воспитанников Анапской детско-юношеской спортивной школы номер 4. Все они выступили успешно. Олег Чен занял первое место в весовой категории 69 килограммов. Руслан Сайбадалов оказался на третьем месте в весовой категории 85 килограммов. Еще один воспитанник 4-й спортшколы Николай Погорелый выполнил норматив мастера спорта России.